Бави, брада, вип, не банфы на трансформеров, говорит, показывает Москва, с вами Андрей. И сегодня у нас распаковка автобота Дрифта из мультика Robots in Disguise 2015 года. Это репейнт Дрифта, так называемый Alpine Strike Drift, из подсерии Combiner Force. Сама фигурка репейнт, значит, 2016 года. Вот, пришел такой сверточек. Ну, да, я покупаю бэушные фигурки, бывает, когда они редкие и интересные для меня. Ну и которые уже достаточно сложно найти, почему бы и нет. У меня основной критерий пропуска в коллекцию — полнокомплектность, так сказать. Ну и хорошо, если не сильно убитая, конечно, фигурка. Здесь, по-моему, она немножко затертая такая, декали, по-моему, там немножечко попорченная, но неважно, вроде как полный комплект. И посмотрим, не обманул ли продавец. Фигурочку я нашел на Авито. Да, да, не брезгую. Так, ну давайте посмотрим, что внутри. Так, вот. Продавец упаковал бумагу для селедки. Эко. Все возвращается на круги своя, правильно? Вот. Такая красота. Вот Дрифт. У него два меча. Ну, кто не знает, это робот в виде самурая, да, в основном. И в фильме, и в мультфильмах. Вот. Ну, вообще, я вот смотрю, и состояние, как мне кажется, замечательное. Ну, как сказать, для моей коллекции. У меня критерии не сильно завышенные. Вот. Бык на плашке. Вот. Ну, для меня это отличное состояние. Уже такой старой фигурки 16-го года. Зацените. Качество. Так, вот такой дрифт. Сегодня у нас будет трансформация из машины в робота. Так, ну, в принципе, хорошо ездит. У меня стол такой не очень хорошо цепляет. Колесики, да? Вот, еще раз. Вот так вот. Так, ну давайте оценим мечи нашего самурая. Посмотрим на них поближе. Вот. Такие аксессуары. Нравится мне, когда роботы, вообще став, собираются в самураев, как японская тематика. Очень неплохо. Ну, пока все здорово. Так, ну давайте трансформировать его. Сначала отцепляются здесь руки. В двух местах крепятся здесь и здесь. Вот. Далее. Плечи отводятся вниз. Так, и здесь. Вот так. Так, дальше. Крыша отцепляется. И обратите внимание, на двойном хинже интересным образом уходит вниз. И вот эти вот у нас пеги. Сейчас, если приблизить. Вот эти пеги вставляются вот в эти слоты. Вот так, на двойном хинже. Вот так. Все плотненько закрепляется. И ноги, соответственно, разъединяются. Далее поворачиваем. И откидываем стоп. Вот. После этого поворачиваем корпус. Стандартное классное вращение. Все классически пока. Вот так. Так. Дальше откидываем бампер. Вот эту переднюю часть. Чик. И откидываем капот. Лобысь. О, отлично. Наклеечка не повреждена совершенно. То есть вообще состояние, ну, идеальное, на мой взгляд, для фигурки такого возраста. Это все правится акрилом. Дальше, значит, чуть-чуть локти разъединяются. Вот так. Там двойной хиндж у нас получается. Вот таким вот образом.
Трансформация окончена. В принципе, все игрушки в этой линейке, да, вот по Robots in Disguise 2015 года и Combiner Force 2016 года, у них достаточно простая трансформация. Ну, давайте мы нашему самураю мечи добавим в эти отверстия. Так, у нас как? Санок какой? Так. Ага. Вот так. Класс. Нужно. Канон, не знаю, малый меч сверху или снизу, мне кажется, так, по ощущениям. Вот. Вот такая красота. Самурайская. Отлично. Автобот дрифт. Очень здорово. Давно хотел фигурку. Кстати, у меня есть Blizzard Drift. Blizzard Strike, по-моему. Вот. Оригиналу нет оранжевого. Ну, так что ж, трансформеров старых линейки я чуть-чуть подкупаю. Так, давайте посмотрим еще раз поближе на робота. Ну, вот такая красота. Там у него даже, по-моему, усы, борода. Отлично. Вот так вот. Так, артикуляция. Голова поворачивается. Но, по-моему, не на боли. То есть, только вот так. Плечи вот так отходят. Чуть-чуть вот так. Очень хорошо двигаются. Есть локоть. Так, кисти нет, только внутрь. Но тем не менее. Талия есть. Шпагат есть. Вперед, назад. Коленка. Ну, стопа только вот так вот. Вперед, назад. Кстати, классно вот эти юбки получаются. Они отводятся, не мешают движению. Это плюс. Ну, девяточку поставлю по артикуляции для такого класса. Ну, по факту это делюкс. Сейчас уже выглядит очень достойно в сравнении с современными делюксами, помельчавшими. Вот. Мне игрушка очень понравилась. Как моделька. Нестандартная вот эта покрасочка. Alpine Strike. Альпийский удар. Ну, если в лоб переводить, там я не знаю, что в мультике было. Так, ну давайте мы еще вытащим все-таки мечи. И обмечим его. Или обмечим. Иногда придумываю какие-нибудь слова непонятные. Так, так, так. Вот так. Люблю, в принципе, бэушные игрушки в хорошем состоянии покупать, так как история игрушки продолжается. Игрушка попадает в новую большую семью. Вот. Не просто на уничтожение, так сказать. Поэтому так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.